Более 200 юных театралов из разных регионов Сибири съехались в Алтайский край. На родине актера Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток сегодня стартовал 4-й фестиваль детского театрального творчества «Исток», которому в этом году присвоен статус межрегионального. Мероприятие продлится 3 дня. Наряду с коллективами Алтайского края свое творчество продемонстрируют ребята из Омской области, Республика Алтай и Тыва. Сегодня на сцене культурно-досугового центра юные театралы представили спектакли по произведениям Шукшина, Носова, Захадера, Руальда Даля, Шукшина и Рождественского. Во вторник выступят чтецы, ораторы, авторы рассказов и вокалисты. В этом году их впервые включили в программу фестиваля. Также пройдут мастер-классы для руководителей по режиссуре и выбору репертуара. Жюри фестиваля возглавила председатель культурного фонда Валерия Золотухина, актриса Ирина Линд. Она прилетела на Алтай вместе с сыном Иваном Золотухиным.